Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я. И, в общем-то, собственно, что я хочу сказать? Хочу я сказать примерно следующее. У нас есть интересная новость о том, что есть голосовые чаты. Есть они в различных классах, видах и так далее. Но я хочу рассказать об одном, который мы создали специально, наконец-то, наверное, для вас. Чтобы вы не только могли общаться с нами в чатике, но и, возможно, общаться с кем-то еще и прочими... где-то в другом месте, плюс в голосовом чате в том числе. А, собственно, про что я говорю, это называется чат Discord. Я думаю, вы уже все о нем слышали, знаете. Кто не знает, то, собственно, вот вам ссылочка, возможно, в описании. И нет, это не реклама, это просто суть того, что мы хотим сделать. Хотим мы сделать, короче говоря, голосовой чат для всех людей, которые подписаны, так сказать, на нас, либо хотят просто поиграть интересно в игры StarCraft, Diablo, ну и вообще в игры Blizzard, либо какие-то вообще другие игры в кооперативе. Вы можете, соответственно, не знаю, пользоваться данным чатом, либо создавать как-то внутри уже Дискорда свои какие-то чаты и прочее. Но если вы хотите играть именно с теми, кто состоит в наших подписках или... кто часто нас смотрит или вообще в принципе с нами, в том числе, да, то есть есть будет возможность, я думаю, впоследствии даже некоторых людей добавлять, возможно, мы как-то над этим подумаем, что-то для этого сделаем, вот, прям на стрим, то есть мы будем, например, играть с людьми, как уже вот было не так давно в Diablo, мы добавили человека на стрим в прямом эфире, и он с нами спокойно игрался, неплохо довольно-таки было, я думаю, весело, поэтому... Что хочу сказать, добавляйтесь в Discord, думаю, что это вам будет приятно. Там есть и, собственно, для тех, кто прям вообще не желает общаться по микрофону, пожалуйста, у вас есть там чатики, в которых вы тоже можете общаться. Есть флудилки, будет много чего. Думаю, Discord будет развиваться, потому что у нас там уже, благодаря одному человеку, есть два хороших модератора, которые будут заниматься этим всем делом. Не считая, конечно, меня с Элкой, которые тоже будем стараться со своей стороны. Ну, по крайней мере, я не знаю, насчет Элки, у него со временем, в последнее время, плохо. Вот, поэтому я, скорее всего, буду стараться заниматься, видимо, в одиночку в этом плане Дискордом. Ну, не считая модераторов, конечно, потому что они в большую степень будут вкладывать свой труд, за что им отдельное большое спасибо. Ну, а вам я предлагаю просто перейти в этот дискордик и наслаждаться приятным общением с хорошими людьми и с нами в том числе. Ну, а на сегодня все, думаю, вам этой информации хватит. Всем пока, спасибо за просмотр и прослушивание.